цветочках сидишь. Детки бегают, да? Детки бегают. Ой, скажи, я бы тоже бы побежала. Но там холодно. Ты привыкла погреть на батарее в тепле? Скажи, я домашняя кошечка. Всем привет, с вами Ирина. Сегодня распустился мой цикламен. Вчера я вам только снимала. Он еще был в бутонах. Сегодня я его полила. И поливаю вот такое вот блюдечко. Я ему еще ничего не придумала, ни кашпо, ничего. Вот, и он распустился. Боже, он такой нежный. Ободрала я свой цикламен. Все отцвевшиеся соцветия. Вот, завязалась у меня семенная коробочка сама по себе. Была плотная шапка цветов, и они сами переопылились. Ой, какой же ты миленький, боже, крученые цветочки. Тут еще держится бутончик. Ну, невероятный бутон красоты. Просто замечательный. Сама нежность. А точно так же я тут открыла луковку. Вот она. Сыпется. Воткнула туда черенок герани, чтобы летом что-то цвело в этом горшке, потому что пуансетия цвести не будет, будут одни листочки, будет цвести герань. Вот у меня получилось 2 в 1. Да. Вот у меня, кстати, тут сеянец еще есть, цикламена маленький, и тут еще где-то один был. Вот. Вот такая красота. А листики такие красивые. Тут он не такой узорчатый. Видите, это пыльца нападала. Такие плотные листики. Открылся мой красавчик. Боже, какой же он красивенький. Вот, по цвету они отличаются. Вот я отдаляю и видно. Это такой нежно-розово-сиреневый. А мой такой малиновый. Прям аж малинка. Вот. Так что раскрылся. Красивый очень. Не могу тут ракурсы делать, потому что у меня кругом все заставлено. Классный. Вообще, ну все, милочка, буду тебе его запылять. Цветочки открылись, как раз 2 цветочка. Вот. Так что будем делать семена. Да,
Недаром эти цветочки называют летающая бабочка. Ну, посмотрите, разве не летающая бабочка? Какая прелесть! А тут она мне напоминает, как в короне. Корону, вот правый цветочек напоминает корону, а это бабочка.